Учебный год начнется уже на следующей неделе, поэтому все строительные работы в учебных учреждениях подходят к концу. Завершается капитальный ремонт стадиона 53-й школы на улице Шошина с заменой покрытия футбольного поля. Полностью обновился асфальтобетонный у нас элемент. Подрядчик в настоящее время заканчивает работы по асфальтированной территории. С завтрашнего дня планируют приступить уже к установке МАФов и раскатывать футбольное поле, само непосредственно покрытие. После этого, соответственно, будет всыпка резинки, песка, расческа. Ну и финальным аккордом будет установка резинового покрытия на волейбольные поля, баскетбольные поля и под МАФы. На сегодняшний день во Владивостоке работы ведутся на 20 пришкольных спортивных объектах. Полностью работы завершены на стадионах школ номер 58 и 60. Скоро будет готов стадион Центра образования «Ступени». Артем Белов, Диана Иванова. Новости на Восьмом.